Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games. Друзья, сегодня у меня такой гайд, как установить интересную программу Nightbot на свой канал YouTube. Давайте начнем с того, что такое Nightbot. Это бот, который будет следить за вашим чатом. Это бот, администратор, будет выдавать интересные различные команды. Давайте сейчас поподробнее в дальнейшем с вами разберемся. Все ссылочки будут в описании. Заходите вот на этот сайт nightbot.tv и здесь жмете логин. Ну, если у вас, конечно же, есть Twitch канал либо ваш YouTube канал, нажимаете и связываете, допустим, вот вы видели, да, как быстро все это происходит, и связываете, короче говоря, его со своим YouTube каналом. Вот. Далее, друзья, как вы связали Nightbot со своим YouTube каналом, мы нажимаем вот сюда, это Part Channel. Сейчас я вам покажу все. Так, идет у нас загрузочка, и здесь мы жмем Join, то есть присоединиться, и мы видим вот эту вот ссылочку, да? Это ссылочка на вашего бота-модератора. Мы ее здесь с вами копируем. Жмем копируем. Переходим на наш YouTube канал. Я вам сейчас покажу, как я это делаю на своем YouTube канале. Переходим на наш YouTube канал. Жмем на творческую студию YouTube. Далее мы жмем настройки, вот здесь сообщество, и мы можем здесь наблюдать, что ночной бот у меня уже есть. Но так как у вас его нету, мы нажимаем, добавляем сюда его в модеры. Вот, и он у вас появляется. Так, я не помню, по-моему, вот это HTTP надо убирать. Да, убираем вот эти буквы HTTP. Двухточие, и вот он, Nightbot. Но я его не буду добавлять, он у меня уже есть. После того, как вы его добавили здесь, нам нужно перейти в чат вашей трансляции. Так, чат вашей трансляции. Допустим, вы заготовили, запланировали провести прямую трансляцию, стрим, не знаю, прямой эфир. Заходим на вашу будущую прямую трансляцию, и вот здесь вот нажимаем на три вот таких вот точечки, нажимаем и нажимаем управление модераторами. И то же самое вы проделываете, как до этого я вам показывал, вставляете сюда свою ссылочку на вашего Nightbot, добавляете его, нажимаете сохранить, все. Ваш бот уже на вашем канале есть, он в вашем будет присутствовать на вашем чате. Вот, осталось только задать команды и все остальное настроечки, которые я вам сейчас покажу. Итак, друзья, после того, как вы добавили своего бота на свой канал, ребята, мы начинаем, конечно же, наверное, к самому интересному, к самому важному нашей жизни, нашего ночного бота, Найтбота. Я вам покажу только самое главное, то, что я сделал для себя на канале, на своем. То есть вам это тоже пригодится. Если вам что-то хочется узнать интересное, остальное можете почитать, поразобраться, там, не знаю, много интересных функций, но я вам покажу самые главные из них. Давайте, наверное, я думаю, начнем с таймера. Таймер. Так, значит, что здесь вы добавляете? Ну, конечно же, вы нажимаете Add. Сейчас у вас так же, как и у меня здесь, должно быть пусто, но у меня сейчас тут кое-какие команды прописаны. Допустим, name. Здесь вы прописываете то, ну, допустим, редактируете свою какую-то команду. Допустим, вот как у меня пальчик вверх, подписка, да, вот мы здесь вписываем это. Это чисто как бы для себя. Вот. И месседж. Какое сообщение будет говорить ваш бот? Он, кстати говоря, это бот, он очень умный, он не будет тупо спамить в вашем чате. Вот, допустим,
как у меня, допустим, ребята, не забываем там подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик. Вот. Это то, что будет говорить ваш бот. Дальше интервал, это через сколько минут будет говорить ваш бот. Вот то самое, что мы только что прописали. Да? Ну, не забываем ставить лайк и тыры-пыры и все дела. А вот интервал 15 минут, допустим, и чат lines, это через сколько, допустим, строчек, допустим, два человека в чате вам написало, привет там, привет, или там, привет, как дела, два человека написали, через два сообщения у вас будет высвечиваться бот месседж. А вот. Короче, мы это все заполняем, прописываем, нажимаем Submit. Вот, допустим, давайте посмотрим, как у меня это сделано. Вот, допустим, пальчик вверх, подписка. Мы нажимаем Edit. Вот, пальчик вверх, подписка. Здесь интервал через каждые 5 минут. Допустим, 10 мы получили 10 сообщений в чате, и появляется месседж от бота. Ребята, не забываем ставить лайк под видео, подписываться и нажимать колокольчик на канале. Здесь можете прописать, по-моему, до 10, я не помню, да, до 10 всяких разных своих интересностей. Канал Twitch, вот как у меня, допустим, там донат, поддержать стримера донатом, там, допустим, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Вот, вы видите, да? Вставляете, если вы хотите оставить какую-то ссылочку на свою группу ВКонтакте, либо там на себя ВКонтакте, либо там на Twitch, допустим, пишите, подписывайтесь на группу ВК и вставляете ссылочку, нажимаете Submit и, в принципе, все. Так, друзья, едем дальше. Следующая вкладочка тоже очень интересная и тоже очень нужная для вашего чата, для вашего стрима, это Spam Protection, друзья. Значит, смотрите, первое это Blacklist World Forces. Это, ребятки, самое интересное, наверное, это всякие разные не очень такие словечки, типа, ну, я вам сейчас покажу, да, вы видите, да. Короче говоря, это слова, за которые ваш бот будет блокировать, давать бан всем тем, кто на вашем стриме что-либо пишет вам, либо какие-то оскорбительные выражения, либо вашим подписчикам. То есть сюда пропишите все слова, блин, матерные, русско-матерные, я не знаю, вот, за которые в дальнейшем подписчик там или кто там, либо смотрящий на вашем стриме, получит бан. Но у меня выставлено вот так. То есть здесь я выставил время, допустим, на первый раз он получает как бы отстранение на 300 секунд. Вот. Здесь Exempt User Level это то, что кто не будет получать бан. Допустим, у меня модератор не будет получать бан даже на 300 секунд. Он может писать что угодно, но вы можете выставить здесь, допустим, everyone. Это, то есть, каждый будет получать по своим заслугам. А вот. И если вы выберете вот эту вот графу silent, то есть не будет никакого предупреждения на 300 секунд, сразу просто человек, написавший вам в чате что-то, вот, ну, типа вот таких плохих слов, он просто сразу отправится в бан. Но у меня как бы не стоит галочка на графе Silent, и поэтому вот есть такая графа Custom Message, мой бот ему выдает вот такое первое предупреждение за мат, дальше бан, то есть он ему прописывает это, а там человек думает, либо нет. Если он прописывает опять какое-то оскорбительное слово, то Nightbot его просто сразу блокирует. Вот. Дальше, ну, в принципе, можете выставить, наверное, как у меня. Я самое главное выставил. Дальше Excess Caps. То есть, я думаю, многим тоже, наверное, не нравится, когда кто-то капсит много слишком. Поэтому можете здесь тоже посидеть, поразбираться. Допустим, тоже сначала идет предупреждение. Вот. Я выставил на 600 секунд, как бы сначала отстранить человека. Вот.
И, наверное, Access Symbols. Допустим, если кто-то из смотрящих любит там прописать такие символы: я собака, ты собака, я собака, ты собака. То есть, как бы, да, человека сразу. У меня, видите, я сразу выставил. Я очень люблю эти сообщения. То есть человек сразу отправляется в бан. Вот. Так, ну что ж, я думаю, по этим вкладкам вы разобрались. Едем дальше. Так, значит, самое, наверное, еще главное, это графа Commons. Нажимаем сюда. Есть здесь такие команды, как дефолтные, и также есть custom. То есть дефолтные вы можете посмотреть, почитать, разобраться в этом, что и к чему. Но я скажу так, я их полностью все отключил, потому что если человек, разбирающийся в Найтботе, начнет прописывать все вот эти команды, допустим, на вашем стриме, в вашем чате, то Найтбот начнет засорять ваш стрим-чат, и это не понравится, наверное, вашим подписчикам. Но мы нажимаем Custom, то есть здесь, я думаю, наверное, вам все отключить, как у меня, и нажимаем Custom. Custom – это команды, то есть после которых будет что-то отвечать ваш Nightbot. Это, я думаю, многим понравится на вашем стриме. Это и продвижение вашего канала. Допустим, вот такие команды, как у меня, да, если, допустим, кто-то пишет, допустим, на канал кто-то зашел, неважно, что он написал там с большой буквы или с маленькой, написал «Здрасте», то бот ему отвечает сразу «Привет» и «Приятного просмотра». Вот также добавляете, допустим, команду, прописываете здесь, допустим, там «Привет». Здесь месседж сразу вы, допустим, пишете то, что будет отвечать ваш бот. Допустим, привет, чувак. Там вы можете еще что угодно написать. И самое главное, могу еще, сейчас подождите, можете прописать, вот, допустим, как у меня, вот такую графу. Вот она вот такая вот интересная штучка, вот это вот именно, я, наверное, если хотите, оставлю вам под описанием под видео. Это обращение к тому, кто вам написал, допустим, вот как у меня, как дела, да, и, допустим, он будет обращаться именно к этому человеку. Допустим, там какой-то Бэтмен вам написал «Привет, чувак, как дела?», то бот напишет именно этому Бэтмену, допустим, «Привет, Бэтмен, спасибо, все круто, ты как?». Вот. Допустим, кто-то, вот я сейчас вам покажу, вот видите, команда «Здрасте», допустим, кто-то там, этот же Бэтмен написал «Здрасте», то бот наш ответит «Привет и приятного просмотра», и Бэтмен. То есть вот эту вот команду можете прописать после ответа вашего бота. Я думаю, в принципе, здесь ничего нету сложного. Так, значит, ну здесь можете, я не знаю, до 100 аж команд задать, но я выбрал, наверное, самые такие популярные различные месседжи, которые приходят мне на моих стримах. Это «Здрасте, как дела?», «Ку», «Лайк», «Подписался», «Привет», «Хай». То есть и на все это у меня выставлены определенные месседжи. Допустим, кто-то вам написал «Ку». Сейчас я вам покажу. Кто-то написал «Ку». Можно просто без обращения к человеку, то есть не вставлять эту графу C-Users, а просто написать «Привет, кукушка». А вот, и кому это будет обращаться, ну, можно выставить графу, либо если только модератор вам написал «Ку», можно выставить на модератора, но я выставил на всех. И здесь, да, вы задаете время, вот это вот cooldown, это через сколько времени ваш Nightbot ответит вашему человеку, написавшему в чате. То есть тут можете выставить даже на 300 секунд. У меня выставлено на 5 секунд. Как бы в реальном времени. Вот, все. Нажимаете Submit, сохраняете. А вот.
Также можно проводить тут различные, я не знаю, вставлять различную музыку, там, не знаю, песенки, которые будут играть на вашем стриме, там, не знаю. Но мне это все ни к чему. Я вам показал, наверное, самые основные команды нашего Найтбота. Если будут какие-то вопросы, пишите мне в комментариях. Обязательно пальчик вверх, подписка на канал, колокольчик, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылки все в описании. Я думаю, на этом, наверное, все. Всем пока, друзья!